Ой, Алёша, ты чё, ёбнутый, что ли? Я тебя никуда не повезу, у меня позвоночник сломается. У тебя килограмм 200, наверное. Ола, если ты выёбываться будешь, блядь, лошадь ёбаная, я тебе вот эту дубинку, блядь, жопу засуну. Ой, это кто там кустом шуршит? Мы сейчас лошадью и дедом вас трахнем, ай. Ой, не надо нас трахнуть, Алёша. Почему? Ой, рот закрой, верблюд ёбаный. Хватит, чё, белку, что ли, не видел ни разу? Пошли быстрее, ай. Осторожно, смотри, речку нужно вот так переходить. Смотри. Чап, цок, тырк. Ай, видел? Давай быстрее. Ой, бля, рыбка. Ай, долбоёб, бля, откуда ты такой перешёл? Давай бегом. Здрасте, девушка, меня Серёга зовут. Я обычно лошадку тряхаю или ослик, но если надо, могу и корову выебать. Ой, привет, я Синговик, меня зовут Намик. Намик? Да, чё такое? Ой, у меня знакомый один Намик был, он ёбнутый. Ой, это я и есть. Ой, серьезно, что ли? Ой, меня Алена зовут. Ой, блядь, что за рогатый гондон с вами? Ой, это Володя. Ой, да нет, я вот про этого мужика говорю. Ой, это Антон. Ой, очень приятно познакомиться. Привет, осел. Ой, блядь. Ой, убери эту лошадь, блядь. Он что-то ебалник не откусил меня. Ой, Намик. Ой, что такое? А у тебя хуй тоже из снега деланы? Да. Ой, яйца тоже из снега? Конечно. И жопа из снега даже, да. Это что за рука, бля? Ой, человеческий гандон, руку на место поставь, больше не трогай. А ты что, ебаться хочешь?